первые серьезные подтопления на Алтае. Сегодня утром талые воды размыли дорогу к поселку Октябрьский Алейского района. ЧП нарушило транспортное сообщение с населенным пунктом, в результате чего больше 100 человек оказались оторваны от большой земли. Сейчас на аварийном участке ведутся активные работы по обеспечению проезда, пояснили в краевом Минтрансе. На время восстановительных работ закрыто движение для всех видов транспорта. Выехать из поселка не могут и жители. Ведомстве пообещали, что движение восстановят в кратчайшие сроки. Грунт еще надо уплотнять, там же есть промоины, которые сейчас забьют до конца грунтом, они еще подсядут, еще уплотнят и все. Ну, я думаю, поставят знаки, ограничивающие по габариту, по скорости, чтобы люди сегодня не разгонялись. Получается, к вечеру движение будет полностью открыто? Ну да.